Здравствуйте! Города России утопают в сильных дождях. А вот в Северодвинск наконец возвращается долгожданное солнце. В эфире «Небесная канцелярия». О метео и астропрогнозах на пятницу расскажу вам я, Ирада. И вас приветствует наш спонсор «Мособлбанк». 31 августа, по данным ГИСметео, в Северодвинске ночью ожидается 7-8 градусов выше 0. Днем температура воздуха прогреется до 13 тепла. Днем ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться. И к вечеру составит 769 миллиметров ртутного столба. Тип погоды второй, благоприятный. Для владельцев водного транспорта и любителей рыбалки сообщаем. В пятницу полная вода ожидается утром в 6 часов 1 минуту и вечером в 18:21. Малая вода днем в 11:25 и вечером в 23:52. Завтра по народному календарю день покровителей лошадей. Раньше в это время их выводили в луга, чистили и кормили с ладони. А вот погода с этого дня начинает капризничать. Оседают тяжелые туманы, хлещут дожди, дуют холодные ветры. Но это не мешает готовиться нам к Дню знаний. Звезды говорят, завтра день хорош для работы и учебы. Подходит для интеллектуальной работы. Динамично развиваются деловые отношения. Сотрудничество оказывается плодотворным. День подходит для покупки недвижимости, а также начала ремонта и обустройства жилища. И это повод зайти в Мособлбанк. Теперь по новому адресу на Ломоносова, 107. От Калининграда до Владивостока Мособлбанка отделения множатся, и в каждом из них предложений множество. На машину кредит считай, рулите. Вопрос квартирный замучил, решим с ипотекой. Есть интернет-банкинг для современного человека. Коммуналку без процентов платите. Бизнес хотите собственный, за кредитом к нам приходите. Приходите, кто не был, доверьте о финансах заботу. Мособлбанк, 20 лет безупречной работы. Мы вас любим! Последний день лета даст насладиться теплом солнечных лучей. Но будьте осторожны, северная природа коварна. А поэтому не выходите из дома без зонта. И помните, ваше настроение зависит не от погоды. Оно зависит от вас. До свидания!